Че, забежал? Обормот. Два волка пришло, ребят. Следы видел. Нож потерял. Досадно очень. Припасы, ребят, закончились в избушке, поэтому надо немножко хотя бы. Вот запастись чутка. Так. Еще вот это. Пельмешки варим, ребят.
Утро нового дня, мои дорогие. Сейчас приготовлю покушать. Умоюсь. Поедем с собакой опять искать лосей. Заеду в то место, где, возможно, потерял нож. Падал на дороге. Скользко. Возможно, там я его оставил. Печка гудит. Сейчас немножко нагреется в избушке. За ночь чуть-чуть остывает. Вот я так спал в спальнике. Не сказать, что замерз. Очень даже комфортно. Это так. Что, Соболек, пойдем. Пойдем, дорогой ты мой товарищ.
подходил, ребят, опять. Ну, блин, тут такая местность просто. Ну, посмотрите, куда стрелять, куда. Собака ушла на 2 километра. Я бы, где он его поднял. Тут стоять, он бы на меня и вышел. Он сделал кружок, наверное, 1,5 километра. Я прямо в это место. Бам. Сейчас сажусь, клячу. Буду обрезать лося. Идут они, в принципе, в предвиденном направлении. Поэтому буду обрезать. Может, где-то он его... Он ее ставит. Каждые 10-15 минут он его ставит. Только начинает облаивать, зверь пошел. Сейчас такие еще бы завалил, что просто вообще трындец. Собака хорошо по зверю работает. Тут косяка собачьего абсолютно никого нет. Абсолютно. Все, завожу клячу и поехал. Срезать как раз в том направлении дорога есть. Фу. Да, братцы, кролики. Вот это проминаж, бля. Прошу прощения. Вот это проминаж. Собака ушла. Непонятно куда. Ну нет, как бы понятно, куда ушла-то. Очень далеко ушла. Вроде бы как. Я выхожу на прусику. Здесь она должна быть, прусик. Отпольная. Собака должна будет пойти. В принципе, в мою сторону. Это вот собачьи следы, ребят. Она где-то маслала рогатого. Ага, вот он. Вот они пришли. И такую большую-большую петлю они там делают. Обалдеть, какую большую. И вот руку остался, наверное. Где он его поднял, а он его туда и пригнал. Настоящий лось, настоящий. Совсем настоящий. Он пригнал его. Молотил. Молотил по полной программе. Понял, просик, она уже очень заросла. Не чистят лесорубы. Веду на трудодоступности. Да, соболь, конечно, дал жару опять, бля. Ну, соболек. Вообще, тут запросики-то не вижу, как таковой. А вот он, она идет. По ней почалим. Не бы оставаться. На каракате я бы, может быть, сбрил бы маленько. В обратную сторону. Меня, как всегда, понесло. Характер мой. Ретивый, блин. На выдержку. Часа два-полтора ждать. Смотреть, куда собака пойдет. Меня, как обычно, прет по бездорожью. Ой, господи, помилуй. Помоги мне. Ну что, господа мои. Собачка пришла. Еле я ее высвистил. Возвращаюсь к вездеходу. Сейчас едем в избушку. Лосей зашло много. Следов видел несколько. Сейчас еще пообрезаю немного, собаку посажу. Вездеход, чтобы не слинял. И это, пообрезаю, посмотрю, куда прошли, где остановились. Сколько штук. Потому что ехал, собаку перехватывал. Конечно, все предпосылки были на то, что лось на меня выйдет. Между нами оставалось, наверное, метров 800. И направление он держал в мою сторону. Там то ли, я не знаю, может. Хер знает, может, технику. Ну, после того, как я заглушил вездеход, он еще долго стоял. Он стоял и шел в мою сторону. Непонятно, что его напрягло. Он вышел на просеку. И вот по этой просеке он дал маху в сторону. И потом влево вертанул кругаля. Вон соболюха стоит. Соболюха! Чё, друг любезный? Чё, милый ты мой друг? Надежный и преданный. Собачка не моя. Собачка друга Олега. Лучшего друга. Я для него второй хозяин. Он меня тоже любит, слушает. Конечно, отозвать его от зверя практически невозможно.
Сейчас пришлось 4 раза стрелять. Но он уже не по зверю шел. Он его бросил. Бросил на участке. На соседнем, не на нашей территории. Все как положено. И по прямой пошел. Я подрезаю. 300 метров до него последняя была точка. И он раз немножко в сторону вращает. Я начал стрелять. 4 раза стрельнул в воздух. Собака на меня повернула. Да, братцы, кролики. Если бы у нас была местность, были бы поля, перелески. Лося бы было взять намного проще. Но вы посмотрите, вот где, как тут подойти к нему. Наверное, метров видимость 30-50, это край. Зверь редко подпускает на такую дистанцию. Собака лает не напористо на него. Аккуратно, спокойно. Бывают перемолчки небольшие на несколько секунд. Сами все слышали, на видео все ясно и понятно. Ну не мой. Что сделать, не мой. Ничего. Будет день, будет пища. Спасибо Господу, что дает хлеб нам наш насущий каждый день. Охота с лайка — это очень трудная охота. Я думаю, что может кто-то из гончатников попытается со мной поспорить, что с гончей тоже охота нелегкая. Не спорю, но там в основном надо стоять и где-то подстраиваться, под лай перехватывать. С лайкой же есть такое понятие: собака держит лося. Неправильное высказывание. Собака не может лося держать. Это все равно, что человеку держать бульдозер. Потому что, ну, если зверь пойдет, то он пойдет. Он там пусть 3-4 собаки, он их просто перепрыгнет, совнет. Чтобы понять, абсолютно. Конечно, если 2 или 3 собачки, они крутятся вокруг него. Лось стоит гораздо лучше, чем из-под одной. В этом речи нет вообще об этом. Так оно и есть. Так собачка должна лаять, ненавязчиво, не напористо, не подходить близко к зверю. На расстоянии должна лаять. Вот соболь лает метров 20-30 от него. Ближе он к лосю не подходит. Все правильно, абсолютно. Близко нельзя подходить собаке к зверю. Кто бы что ни говорил. Погода сегодня для подхода хорошая. Ветра единственное нет. А так, снег он пухлый. Меня практически не слышно. Меня не слышно практически. Подхожу аккуратно. Под песенку только подхожу. Ну, в общем, вот так. Вот так, мужички. Соболек. Видишь? Иди сюда, соболь. Иди. Иди, матушка. Иди сюда. Иди. Ну. Опа. Давай. Молодец.
варится супчик, друзья. Картофель, тушенка, шкварки. В общем, вот так. Вкусно это все выглядит на самом деле. Я думаю, что на вкус. Когда готовлю, не пробую. Не знаю, что получается. В принципе, готовлю неплохо. Сейчас еще немножечко буквально. Можем уже, в принципе, потом включать. Пускай, да. Настоится пускай. Я либо вот так. Отдыхать душой и телом. Слушайте, какая тишина, да вещи. Какая красота. Таежная. Какой здесь запах, друзья. Как здесь пахнет. Обалденно. Это на большое болото. Весной эта сторона топкая. Можно провалиться. Присада здесь у гусей есть. Видали? И туда вот она еще идет. В ту сторону болото идет. Интересно, так природа распорядилась. Тот берег у болота. Березы, осины, ель. А этот весь берег сосновый. Красота, не правда ли? Звенящая тишина. Из трубы идет дым. Изба чувствует себя вполне комфортно. 2 года уже и будет весной. Очень хорошо она себя чувствует. Ничего не просело, ничего не провалилось. Сваи. Все как. Было, так и осталось все. Туалет появился. Весной ходили отдыхать, не снимал. Снимал, но не выложил. Есть видео. Охота закрыта была ночь. Ходили так. Отдохнуть. Ладно. Возможно, сегодня придет Олег. Это еще не точно пока. Посмотрим. Сейчас будем трапезничать. Супчик-то готов. Мои дорогие подписчики, хотелось бы вам отрекомендовать очень хороший рецепт кваса из березового сока. Рецепт на самом деле очень прост. Собираете по весне березовый сок в полторашку, полуторалитровую бутылку. Я, как правило, собираю в светлые бутылки. Не знаю почему, но мне нравится. В принципе, можно и в темную, не критично. На 1,5-литровую бутылку 2 столовые ложки сахарного песка и от 5 до 8 ягод темного изюма, черного изюма. Плотненько закручивайте крышкой. Значит, в этом году я его сделал, квас Олег не пил. Я его весной сделал и поставил на 1,5-8 в избушке. Сегодня пришел, квас был застывший полностью в лед. Полторашка была полностью застывшая. Оттаял, прекрасный напиток. Очень сильно утоляет жажду. Ну и любителям выпить крепких алкогольных напитков очень хорошо снимает похмелье. Похмельные синдромы снимают обалденно просто. Возьмите на заметку, друзья.
очень вкусно. Он такой немножко шипучий, с газами. Не сильно газированный, а такой вот. Сегодня я уже почти выпил полторашку. Прям идет на ура. Да, если много положите изюма и переборщите сахарным песком, то есть такой эффект слабить немножко желудок. Не сильно, но чуть-чуть совсем. А так, светленький, смотрите, какой приятный вкус у него. Немножко беленький. Напитка лучше, если честно, я не помню. Рекомендую, ребят. Уходим в сторону дома. Сейчас еще попытаемся за лосями побегать. Если получится. Если будут переходы. И поедем домой. Сегодня баня меня ждет.